Вот такие вкусные гренки мы сейчас с вами приготовим. Приступим. Доброе утро, девчонки, мальчишки. Ну, а мы опять готовим завтрак. Девочки, вот я думаю, ну, никто не откажется от этого завтрака. Мы будем делать, конечно же, сладкие греночки. Девчонки, 2 яйца, щепотку соли я сюда уже кинула. 100 миллилитров молока. Так, столовую ложку сахара. По вкусу ванилинчика. Ванильный сахар у меня здесь. Все, мы это сейчас размешаем. И готово. Батончик. Сковородку я уже поставила, масло налила. Но еще не поставила, не включила. Можно растительное масло добавить сливочного. Ну, мы потом добавим на гренки. Хорошо размешиваем. Ванилинчик вкусненький пошел запах. Я включаю. Так, я замачиваю, наверное, 3 кусочка. Три кусочка туда войдет. А может и 4 войдет. Давайте замочим. Хлебушек лучше брать, чтобы он был, ну, чуть-чуть подсохший, да, не свежий. Я включаю сковородочку. Так, мне надо приготовить тарелочку и пойдем жарить. Так, выкладываем наши кусочки. И жарим. С обоих сторон. До румяности. А здесь я еще, девчонки, замачиваю. Пока жарится, я замочу еще. Вот так обваляю сначала, чтобы нам... Так, здесь у меня небольшие кусочки. Ну, пока, наверное... Я думаю, это тоже войдет. Вот так. Огонечек сделаем средненький. Опа. Ух ты! Видите, как только что смотрела. Ничего. Нормально. Нормально. Огонечек я убавила. И выложила вторую сковородочку. Все, у меня закончилась и смесь, и батон. Ну, а сейчас, конечно же, пока они у меня горячие. Вот так вот. Сливочное масло. Вот так. Вот. Обмажем. Можно и оставить. Вот так. И, конечно же, мед. Конечно же, мед. Можно варенье. Вот такой вот быстрый, девочки. И очень вкусный завтрак. За 5 минут, можно сказать. Всем приятного аппетита. Перевернула. Ну и, конечно же, попробую. Ой, масло-то где?
Девчонки, я, конечно, даже не знаю, как объяснить. Вкуснятина. Девочки, всем приятного аппетита. Очень быстро, вкусно и незатратно. На этом я заканчиваю свое видео. Всем здоровья, мира, добра. Всем пока-пока, девчонки.